В обед в районе 9-й станции Большого Фонтана произошло масштабное ДТП. Столкнулись грузовик «Газель», «Жигули» и «Лимузин». По словам очевидцев, грузовик на большой скорости зацепил припаркованный «Жигули». Удар был настолько сильным, что автомобиль «ВАЗ» перевернулся на бок, а «Газель» вылетела на трамвайные рельсы. По пути грузовик зацепил проезжающий «Лимузин». Водителя «Жигуля» доставили из перевернутой машины, мужчину увезла скорая.